Еще несколько лет назад воспитанники самарского пансионата для детей с ограниченными возможностями обучались дистанционно. Но с этого года наравне с другими ребятами мальчишки и девчонки пойдут в первый класс общеобразовательной школы. В первую очередь праздник. Праздник и такое большое открытие, что наши дети действительно выберутся из стен пансионата и пойдут учиться в школу, как все детки, которые должны учиться. А у нас их пока немного, но мы начинаем, первые шаги делаем. Это прорыв, это очень хорошо. Знания получать в школе. С 1 сентября для 11 воспитанников пансионата двери распахнет 115-я школа Самары. Чтобы ребята могли полноценно учиться, долгое время с ними работали волонтеры. Они проходили необходимый процесс социализации. Посещали общеобразовательные учреждения, где смотрели, как учатся другие дети. Ходили в музеи, театры, кино, парки и скверы. Даже сплавлялись на яхтах. Практически одновременно в 115-й школе создавали все условия для комфортного обучения особенных детей. Дети действительно особенные. Условия все созданы. Классы лицензированы, трансфер организован, педагоги обучены, готовы. А чтобы учеба для детей была не в тягость, а в радость, их обеспечили всем необходимым. Но мы понимаем с вами прекрасно разницу обучения здесь и когда ребенок с утра будет вставать раньше, будет, естественно, себя подтягивать под больший уровень дисциплины, стараний, потому что надо будет собираться в школу, он будет отправляться на специализированном транспорте в школу, его будут ждать там уже другие коллективы, и взрослых, и детей. И, безусловно, для нас приоритетнее, когда дети, безусловно, обучаются в обычной, современной нашей школе. Работа специалистов продолжится, чтобы и дальше каждый ребенок с особенностями развития имел шанс на полноценное обучение. Михаил Ермоленко, Григорий Плешаков. События.